Второй этап противоклещевой кампании стартует в конце июня в Ханты-Мансийске. Такая новость размещена на портале «Радио Югра». Специалисты намерены подвергнуть санитарной обработке 130 объектов окружного центра. Это наиболее популярные у горожан места. Также будет производиться защита территорий от комаров и грызунов. Что касается первого этапа акарицидной обработки, то он состоялся в начале мая. Специалисты прошлись по школам, детским садам, больницам, паркам и скверам.